Привет, ребята, вы на канале Минимакс, и сегодня мы поиграем в Angry Birds. Давайте запустим Чака, получайте, глупые поросята. Ничего себе, а что это? Это же бомб, вот это удача. Мы справились только с помощью одной птички, вот так молодец, Чак. Давайте посмотрим, что будет дальше. 10 тысяч, 20, 30. Получили за этот уровень 2 звезды и целых 86 тысяч очков. Вот это классно. Вы только посмотрите, это же Джей, Джейк и Джим. Давайте поможем им расправиться с поросятами. Вперед, полетел. Вот это да, смотрите, как рушится и стеклянный домик. Давайте запустим второго. Получайте, глупые свинюшки. Вот вам. Смотрите-ка, расправились уже с двумя. Давайте отправим третьего. Думаю, нам повезет и уничтожим всех поросят. Да, отлично, у нас получилось. Сколько очков на этот раз? Давайте-ка посмотрим. Уже 99 тысяч и всего одна звезда, но ничего страшного. А это же Матильда и Стелла. Давайте попробуем с помощью них разрушить планы поросят. Запускаем Матильду. И я думаю, у нас получится сбросить на них бомбу в виде яйца. Получите, глупые поросята. Вот так. А теперь Стелла. Что она приготовила нам на этот раз? Я помню, что она может поднимать в воздух поросят с помощью пузырей. Ну и как это, полетали, глупые свинюшки? Гадкие похитители яиц, вы от нас не уйдете. Держите вам яйцо в подарок. И последняя у нас осталась Стелла. Но поросята... Нет, не закончились. Смотрите-ка, там еще один спрятался. Думал, мы его не заметим. Получай. Полетай, пока можешь. Смотрите-ка, со всеми снова справились. Сколько же очков у нас получится на этот раз? Пока что всего 42 тысячи. Ну ничего страшного, я думаю, в следующий раз будет намного больше. Что же дальше? Снова какой-то замок этих поросят, а у нас на очереди Ред. Давайте-ка запустим его. Думаю, он справится со свинюшками лучше всех. Одна уже пропала, давайте-ка уничтожим и остальных. Разрушим их гадкий домик. Смотрите, как все рушится. Взрывы, бум. Осталось всего 3 поросенка. Давайте запустим последнего Реда. Я думаю, он справится одновременно со всеми. Вы только гляньте, одна маленькая свинюшка падает. Падает, давай же, падай. Отлично, я так и знал, Ред совсем справился. Потому что он знает толк в разрушении домов этих поросят. 67 тысяч, вы только посмотрите. Что же будет дальше? Давайте-ка разрушим этот домик поросят. Вы только посмотрите, они хотят украсть фрукты. Но Стелла им покажет. Давай, Стелла, вперед! Посмотрите, как она подняла в воздух этот арбуз. Думаю, кому-то попадет по голове. А это же Бабблс. Насколько я помню, он может раздуваться и лопать вокруг предметы. Давайте запустим его и посмотрим, что из этого получится. Поросятам придется не сладко. Вы только посмотрите, как воздушный шар. А это Ред. Думаю, он разберется самостоятельно с последней свинюшкой. У вас так и не получилось ограбить нас. Получайте, вот вам. Сколько же очков мы заработали за этот раунд? 81 тысяча и 3 звезды. Ничего себе, вот это здорово. Вы только посмотрите, это же какое-то подземелье, а с нами снова Чак, так что я думаю, время пройдет достаточно быстро. Ведь он может ускоряться и разрушать эти дома свинюшек очень-очень быстро. Смотрите, как падает этот камень прямо на голову этому поросенку. Получай, гадкая свинюшка. Еще один Чак полетел и вперед. Я думаю, мы почти справились, остался всего один поросенок. У тебя не получится от нас скрыться. Вот тебе, получай, бум! Я же говорил, что мы справимся очень-очень быстро, ведь с нами был Чак, наша желтая птичка. 86 тысяч очков, вот это круто, давайте дальше. Опять Чак и Ред, но замок уже побольше, интересно, насколько быстро мы справимся. Запускаем и вперед! Получайте, глупые свинюшки! Следующий поросенок упадет с горы. Вот вам, получайте, как красиво и быстро рушится замок. Вы только посмотрите. Я думаю, больше птичек нам здесь не понадобится. Мы справились всего с помощью двух. Вот это здорово.
Как все-таки здорово рушить их домики. Давайте-ка посмотрим, что нас ждет в следующем раунде. А сначала проверим, сколько мы заработали. Целых 115 тысяч. Вот это здорово, ребята. Правда круто. Давайте дальше. Ничего себе, это же усатый барон, вы только посмотрите. Но забавно, Ред с ним расправился очень-очень быстро. А Терренс продолжит и разнесет их домик в щепки. Давайте-ка, давайте. Запускаем Терренса. И вперед! Получайте, глупый похититель яиц. Вот так вот, расправились со всем двумя птичками. Что же будет дальше? Давайте посмотрим, ребята. Может быть, попробуйте угадать, сколько очков мы набрали. Давайте, давайте. 120 тысяч и 3 звезды. Вот это здорово. Что же будет дальше? Смотрите-ка, ребята, этот поросенок катается на машине, но мы с Чаком быстро с ним разберемся. Вы только посмотрите, как расправились практически со всеми, он остался совсем один. Но бомб завершит наше дело, и взрыв! Как же красиво бахнула его машина! Ого, кто это? Спустились как на ракете, давай, Чак, покажем мы, что умеем. Вперед! Ба-бам! Вот это было красиво, и бомб завершает нашу работу. Получай, гадкий поросенок! Вы только посмотрите, снова одна звезда, но ничего страшного, зато 63 тысячи очков. Гляньте-ка, эти поросята построили домик прямо на воздушных шарах. Ну а с нами снова Джей, Джейк и Джим, и мы запросто с ними расправимся. Получайте, гадкие поросята! Вот вам, падайте! Смотрите, как смешно упала эта свинюшка. Пока-пока! Запустим-ка еще одного. Разрушим этот стеклянный домик. Получай! Бум! Я думаю, сейчас он упадет вниз. Смотрите-ка, остался всего один. Получай, гадкий похититель яиц! Интересно, что же будет в следующем уровне? Как он будет выглядеть? А вам, ребята? Давайте-ка посмотрим, сколько очков заработали в этот раз. Смотрите-ка, 103 тысячи и снова 3 звезды. Какие же мы с вами молодцы. Давайте дальше. Это снова Матильда. Разрушим этот дворец. Но стоп. Какой-то камень упал сверху на свинюшек. Вот это смешно. Вы только посмотрите, как воздушные шары разлетелись и сделали всю работу за нас. Остался только один. Давайте-ка поможем ему спуститься вниз. Матильда просто умница. Осталось целых 3 птички, которые смогут отдохнуть в этот раз. 175 очков и снова 3 звезды. Вот это мы молодцы, ребята. Давайте дальше. Ничего себе, это снова Матильда. Давайте посмотрим, как она справится в этот раз. Сбрасывай на них яйцо, Матильда. Вот вам, гадкие свинюшки. Вы не сможете украсть наши яйца. Получайте. Вы только гляньте, ребята, мы справились только с помощью одной Матильды и сохранили 3 птички. И, наверное, получим за них, да, плюс 30 тысяч очков. И это снова 3 звезды, и в сумме 100 тысяч. Вот это здорово, правда, ребята? А если вам интересно, что будет дальше, не забывайте подписываться на наш канал, ребята, на канал Минимакс. А также ставьте колокольчик и нажимайте на лайк, чтобы показать, что вам точно понравилось. Увидимся в следующей серии, ребята. Пока-пока!